Так, ну что, ребят, всем привет, в общем, топ криптовалют за ноябрь, сразу переходим к делу, первая криптовалюта биткоин, почему биткоин, я думаю, ну, понятно, как, знаете, хлеб всему голова, то, то же самое биткоин всему у нас батя, поэтому биткоина уже 91%, помните, я снимал ролик, было там 17 миллионов, уже 19 миллионов на майнина, там буквально я снимал, когда даже весной или там даже в феврале 2022 -го года, короче, или в январе, короче, в начале 2022 было 17, уже на 2 миллиона больше. Поэтому битков все меньше. Естественно, понятное дело, не надо идеализировать никакую криптовалюту, даже биткоин. И надо понимать, что все скам, все пирамида в любой момент. Но, опять же таки, он себя зарекомендовал, как бы уже он с какого там, с 8 с 9 года. Поэтому, ребят, 13 лет как-никак. Поэтому даже 14 читай, и имейте в виду, что биткоин, естественно, тает, надо в первую очередь, и он менее волатильный, вот, поэтому пер... в первую очередь биток, не надо, понятное дело, котлетиться, надо и на альты раскидывать, потому что я же, идеализировать смысла нет, скомнет биток и шоу, все бабки потеряете, ну, как бы, а, надо это иметь в виду, ну, вероятность этого низкая, но она все равно есть, поэтому, я думаю, тут понятно, объяснять нихера не надо, вторая, эфир, Ба... как бы банально это ни звучало, опять же-таки, сделаю и марку. он централизирован теперь, ну, он и дает, ну, крипта и так централизирована, ну, сейчас создает Иллюзия типа где-то есть децентрализация Анонимность, ребята, ее нет Захотят, как бы, отследят Захотят, как бы, вот, Торнадо Кэш Поймер, офигенный, то есть В том плане, что захотели, отследили Ну, был там миксер, типа, все анонимно И что? Нашли создателя и, как бы, посадили И до свидания, поэтому, ну, вы же понимаете а, поэтому такие дела, ребят. Почему эфир? Ну, опять же таки, да, я понимаю, неограниченная миссия. У них сжигание плюс раз в неделю, я напоминаю, они ввели. Плюс там эфир 2.0 стейкинг. Но, опять же таки, я считаю, что так как он ходит за биткоином и второй по доминации, это у нас эфир. Я напоминаю, если кто забыл, то, естественно, как минимум, вот доминация эфира 20%. То есть, как минимум, считай, э, четверть. Вот, ну, пятая часть там приходится на эфир, и он движущая сила рынка, и падает он не так сильно. Да, сильнее, чем биток, но не так сильно, как остальные альты. Поэтому эфир must have, но если вы там боитесь по поводу того, что он там централизирован после перехода на пост, то можете не покупать. Вот, есть тот же эфириум классик, допустим. А, вот, по поводу XRP, если, опять же таки, я понимаю, что поимут его банки там и так далее, есть, конечно, версия, что он просто может стать стейблкоином якобы, но это бред полный, как по мне, что типа он будет стоить просто 1 бакс и никуда не будет двигаться. Я думаю, киты еще что-то подготовили и сейчас они, естественно, даже новости про СЕК перестали выпускать, типа суд там СЕК. Сначала они говорили 3 месяца подают, что победа-победа, а теперь уже никакой победы нету. Начали говорить, что все там, а, 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 к СЕК при, а, присоединяются какие-то другие компании и так далее. Но опять же таки, ребят, надо понимать, все-таки в топ-5, а то и в топ-7 CoinMarketCap поддержаться XRP, если бы это был бы скам, да, как многие говорят, он бы не смог. Ну как он может быть скамом, если он держится в топе CoinMarketCap уже бог знает сколько. Уже он получается с какого там с 15-го года, даже с 13-го. А созданная компания Apple с 13, -го, вот. а, а со с 13 -го. То есть компания уже считает там 10 лет и многие говорят типа скам. Ну как это может быть скам? Поэтому а, смешно это слушать, но опять же таки это чисто монета спекуля спекулятивная, pump and dump. Поэтому исходя из того, что мы не делали перехай и пика цикла не было, я считаю на следующем цик цикле, ну в крайнем случае через один, Uh, да, который, ну, допустим, у нас халвинг будет 24 год, будет там какой-то бычий рынок, потом медвежка опять, ну и потом где-то в году 28 мы сделаем перехай, может быть и так. Поэтому учитывайте, что эта монета может и не вырасти, Ведь тут риски закладывайте. Но риски, я считаю, все равно низкие, вот, так как его применяют банки, постоянно внедряются какие-то системы, но тоже централизирован, я об этом ä, уже сказал. Вичейн недооцененная монета, многие у меня за нее спрашивали, как мы видим, тоже себя хорошо показывала в 2021 году. Тоже стоячок рынка. Обзор был на канале с 2018 года. Я считаю, все равно может себя показать. Плюс ограниченная эмиссия. 16% осталось там разлоков буквально. И, соответственно, как видим, работает на смарт-контракте и так далее. Поэтому, ребят, монета тоже сильно недооцененная. Мало кто про нее говорит и знает вообще. То есть, не знаю, почему на стоячков сейчас подзабили. Но, опять же таки, одна из риск, я считаю, низкий. Поэтому, естественно, может и Да может. Ну, как бы, может может не вырасти, может. Ребят, гарантии нет, но я рассказываю, исходя из своей колокольни, как я считаю, а там уже действовать вам и решение принимать, естественно. Если нужны более подробные рекомендации, это только в закрытом клубе. Напоминаю, кстати, с 1 декабря на 30% ценник поднимается, и пожизненная подписка сейчас действует, получается, один раз платите, и остаетесь навсегда. Поэтому успевайте до повышения цен. Так вот. Далее идем. Это у нас идет потом средний риск, как бы, хотя я считаю один инч даже низким иском на текущем этапе, его и добавили в CoinMarketCap, да, можно зайти изучить. И данный кошелек один из немногих, я напоминаю, который в телеграм канале в Твиттере, ну, в частности, я за Телеграмом слежу, постоянно выпускает какие-то новости. Сделан он, кстати, на сети эфира, поэтому, ну, имейте в виду, да, если эфир скоманет, то может скомануть, скорее всего, и один инч. Но также поддерживает он сети, там, и саланы и Оптимизма, там, и многие другие, то есть заходим сюда, допустим, лаунч it up переходим и смотрим, что он поддерживает. Вот, смотрите, охренеть, сколько он сетей поддержит. Эффект, Binance Smart Chain, Polygon, Optimism, Arbitrum, Genosis, Avalanche, Phantom, Clayton, Aurora. То есть, посмотрите, сколько сетей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять сетей. Можно переконнектить кошелек, там, неважно. А, тот же один инч, можно там и SafePal, и э, многие другие кошельки, там, Ledger, Trezor, там, то есть, какой хотите. Абсолютно. Metamask, по-моему, то растворит то есть, э, можно все приконнектить и, э, соответственно, как мы видим, уже недавно, кстати, кстати, добавили приложение в Google Play. В Google Play скачиваний, правда, меньше, 50 тысяч. Ну, многие, я так понимаю, на Apple сидят. Вот, и, и соответственно, как минимум, сколько скачиваний, к сожалению, я то ли не вижу, то ли что. Ну, короче, оценка 4 из 5, там, вот, как мы видим, рейтинг 700. Вот, ну и, соответственно, данный кошелек также имеется. Вот, поэтому есть как мобильный кошелек, так и собственный DEX, DeFi проект, который вообще себя особо не проявил. Да, он показал там два пампа каких-то, но, ну, опять же-таки, на бычьем рынке, я думаю, он сильно недооценен. Да, эмиссия не ограничена, ну, может, я ошибаюсь, тут полтора миллиона, но имейте в виду, что еще где-то лям монет могут вбросить, и на медвежке, естественно, цена из-за этого может дампиться. Но проект перспективный один из немногих, который продолжает свою деятельность. Какие-то обновления, какие-то новости там публикуют постоянно, что они делают. То есть, постоянно ведет отчетность, постоянно, каждый день, каждый день. Вот, и посмотрите на остальные проекты, они нихера не делают. Понимаете? Вот. А этот проект старается ну хотя бы видимость, как минимум, создавать, но я уверен, что они все равно что-то делают. Поэтому такие дела аудиты есть. Ну то есть один инчи. Я не говорю, что надо его идеализировать но проект я считаю лично то есть что-то между средним и низким риском что-то такое ну я бы даже отнес бы к низкому риску опять же таки но имейте в виду что даже низкий риск может скомануть то есть гарантий в крипте нету а, по поводу луны там и саланы тоже думали низкий низкий риск ну и что поэтому или той же бирже FTX, поэтому имейте в виду это. Вот, Biswap, тоже недооцененный проект, мне подписчик его советовал еще в 2021 году, до того, как он вообще в свет появился. Я тогда всерьез не воспринял, да, записал ролик, но, опять же таки, значения особого не придал. Потом, где-то в августе, я начал за ним следить и заметил, что это действительно очень интересный проект. Сейчас он опустился ниже своих минимумов, как мы видим. И, в принципе, как мы видим, также есть сжигание, напоминаю, данной монеты и 700 миллионов монет ограниченная миссия. Да, понятное дело, параллельно с этим можно там PancakeSwap посоветовать, но так так как у нас без вапа, кстати, чем-то похож у нас на тот же XRP, то есть памп and dump монета, но в целом, что он достигнет, ну, тот же, допустим, PancakeSwap, давайте в двух словах скажу. Мои цели 50 долларов, первая цель, вторая цель это 100 баксов. Может быть, они большие какие-то для кого-то, но я считаю, как минимум, хотя бы вернуться на 30-40 долларов. При том, что есть сжигание, напоминаю, каждую неделю и плюс ограниченную эмиссию они вели. До этого была неограничена 750 миллионов. Вот, по поводу бисвапа, соответственно, как бы молодой проект, мало кто про него знает. Как бы, да, некоторые блогеры его топят, ну, топят за него, как, так и против него. Да? То есть проект очень ну, с низкой капитализацией, то есть это что значит, что он новичок и появился совсем недавно, то есть там в июле, ну более активно в августе про него услышали, там он запускал какое-то IDO, ну опять же таки оно не особо удачное было, но не суть, поэтому я думаю на бычьем рынке себя проявит, то есть вернуться хотя бы на доллар 2 это вполне Почему бы нет? То есть 5-10 иксов на нем сделать вполне вероятно. Да, сверхприбыли не будет, но риск я считаю, тоже я бы сказал бы средний. Да, средний, потому что все-таки стартап. Вот. По поводу Zcash риск, я бы сказал бы средний. Почему? То есть, ну, для меня лично низкий риск. Ну, во-первых, потому что, да, он длительное время стоит в накоплении. Считаю, недооценен. 21 миллион ограниченная миссия, 15 монет осталось до майни. Да, работает, кстати, на Proof of Work, инвестирует многие там фонды, все дела. Вот. Я думаю, с этим понятно. То есть анонимная монета, почему иск имеется? Потому что биржи могут его заделистить. Ну, опять же таки, Хобби заделистила, Binance пока нет и многие другие биржи. Ну, какие-то, да, заделистили, может, по типу там Bitfinex, либо Coinbase. Я не вдавался в подробности, можете написать в комментах. Вот, биржи, которые под регулятором пляшут, да, в США особенно. Но в целом, как мы видим, основные биржи какие-то а, его не делистили. Да, Coinbase, sorry, я перепутал, не заделистила Bitfinex, но вполне могут. Опять же таки, имейте в виду, Kraken там, Binance, а, то есть а, BitX а, оставили, OKX, Gate.io. А, то есть, а, надо понимать, что данные биржи, в принципе, его не, оста ну, не оставили в стороне, не заделистили, но как бы та же хобби заделистила, и некоторые другие. Не помню, какие уже, но вы поняли. Поэтому я считаю, так как он не показывал перехай, то есть сходить хотя бы на 1000 долларов. Ну, моя цель 2000 баксов. Кто-то считает это много, но хотя бы сходить на те же там 800-1000 долларов, я считаю, вполне реально. То есть на прошлом бычьем цикле мы ходили где-то около 300 баксов, а в 2017 году было где-то около 800. То есть 800 баксов, даже почти 900. Поэтому очень недооцененная монета, поэтому ограниченная миссия И я считаю, как раз на дне. Самое оно. Опять же таки, я и марку сделал по поводу, когда стоит закупать. Когда стоит закупать, если более точно интересует, я сказал, в закрытом клубе. Если по вашей торговой стратегии, вернее, инвестиционной, своей вы считаете нужным докупаться и к вашим целям монета пришла, докупайтесь. То есть ошибка сейчас это не будет. Но оставляйте минимум 20%, свободного, ми, минимум 20 свободного фиата в стейблкоинах, да. То есть минимум для того, чтобы докупать какие-то просадки. потому что я считаю, дно еще не достигнуто и альты будут укатываться, учитывайте, в 2-2 раза минимум сильнее, чем биток. То есть когда биток падает, альты, естественно, в 2-2 раза минимум сильнее падают. И могут альты сейчас сделать и минус 50, и минус 70, и минус 90%, а может даже несколько раз минус по 90 поэтому ребят могут укатать альты очень жестко но в целом начинает докупаться уже если вы хотели это ошибка не будет но опять же таки когда я буду докупаться я уже по текущим докупался вот и в закрытом клубе мы докупались еще там и в июне когда был пролив и еще в другие моменты поэтому я уже говорил что мы сейчас сидим 5 уже как где-то наверно четвертый месяц и соответственно ожидаем когда будем докупаться я же говорю я все отпишу поэтому такие дела Dash, Dash, я думаю, все слышали за Dash, что тут объяснять, то есть работает на гибриде Proof of Stake и Proof of Work, манится монета, ограниченная миссия почти 19 миллионов, тоже недооценена, перехая не было, в целом, как минимум, ходила на те же там, считай, почти 500 баксов, то есть в текущих это где-то 10x почти будет, даже чуть больше, может даже 11x, поэтому, ребят, Dash тоже сильно недооцененная монетка, не знаю, почему многие ее как-то хейтят, не хейтят, считают, что типа скам, потому что она не сделала перехай, но это ж не значит, что она не сделает в будущем его, поэтому, ребят, тоже присмотритесь, здесь делал перехай, поэтому я... Да, его сильно удерживает, и это самая анонимная монета из всех. Но здесь, во-первых, неограниченная миссия, это первое. Второе, второе, она делала перехай уже, как мы видим, да, в 2021 году. И третье, опять же таки, ну, она не слишком сильно упала, как мы видим. Вы скажете, ну, так это не признак ее подбирать. Ну, в том плане, что скидка не такая большая. Но в целом она упала, считай, получается, сколько, где-то раза в 4 плюс-минус. Тоже неплохо, но, как мы видим, вполне может пролиться еще, если рынок дампанут вниз. Многие почему-то недооценивают монета XM, такая есть, NEMXM, многие считают ее щиток, я считаю риск по ней средний, то есть анонимные монеты тоже средний риск, потому что могут заделистить, поэтому на бирже закупили, либо на обменнике сразу вывели, вот, не надо холдить их там, имейте это в виду, чтобы потом не было проблем, или те же там остальные монеты анонимные, которые имеются, там Digibyte, Virtue, Zen, там и Fera и прочее, прочее. Вот, все анонимные монеты. NMXM, 100% монет в обороте, как мы видим, не показывала динамику в плане того, что не сделала перехай, но была около, получается, 80 центов. Сейчас она стоит у нас, получается, сколько? В 10 раз даже больше. Она упала где-то, наверное, раз в 12. Вот, поэтому, если вернется даже к этим отметкам, это уже будет около, там, ну, как раз где-то 10, больше 10 иксов. А если сходит на перехай, то, вы же понимаете, это, ну, намного выше будет. То есть, это с текущих это 10x это 30 центов, 3 доллара где-то, ну это 100x, то есть ну давайте отмерим, ну хотя бы если она даст даже 10, 20, 30 x это уже неплохо, почему бы нет, поэтому монета недооцененная, все монеты в обороте, имейте в виду риски, я считаю, средний по ней, стоячок рынка и как бы с 16 -го года, поэтому, ребят, если хотели приобрести, почему бы нет, но опять же таки учитывайте, что главный принцип диверсификации. Это средний риск, метавселенная. Опять же таки, команда там а, с Ютуба я уже показывал неоднократно: 100% монет в обороте. Параллельно с этим я рекомендую всегда монету Тефил, Объясняю почему. Потому что эти две монеты ходят а, друг за другом. Да, но обычно Tefuel ходит за тетой. Вот, либо наоборот, в зависимости от того, какая будет доминировать. Потому что вот эта Tefuel, это монета, плата за газ, и она снижает нагрузку на сеть, в сети тета основной, и плюс снижает комиссии за транзакции. Поэтому, как мы видим, вот они обновили сайтец. там разработчики, получается, у нас с этого, с YouTube, вот у них Mainnet, обновление там 4.0, 1 декабря у них будет, и, соответственно, собственный кошелек у них имеется, Explorer там и так далее. Можете посмотреть, я уже рассказывал, что... Что тут а, разработчики с Гугла с Sony, с Ютуба там и так далее. То есть, команда действительно сильная. Дорожная карта в том а, тоже в 2021 году показывала просто ебейший рост. По-другому я не могу это назвать, потому что она поднялась с 9 центов до 14 баксов. И это охренеть, понимаете. То есть это больше там, 100 иксов можно было по ней забрать, поэтому ребят, такие мысли, поэтому монета тоже недооценена, сейчас хорошо скорректировалась, плюс, как мы видим, такое длительное накопление, ну давайте я покажу, по поводу там, ну битка, я думаю, понятно, то есть как мы видим, давайте вкратце скажу, биток падал у нас на 83, но если давайте возьмем в среднем 80, 80 даже процентов, то есть 80 процентов это как раз отметки в районе где-то 13, может быть, тысяч долларов, 13, 12, а если сходить на те же там минус 82, это как раз таки может даже 11, и плюс гэп, я напоминаю, 9800 у нас где-то не закрыт. Поэтому вполне можем туда исходить. Я считаю, вал еще нихера не окончен. Ну, а там уже дело, конечно, за вами. Поэтому, почему говорю за биток? Потому что от битка будут плясать, естественно, альты. По поводу теты и тефюэл, я же говорю, закупать их надо вместе. Ну, допустим, выделили вы там какую-то сумму, к примеру, пускай 500 долларов. 250 вкинули в тету, 250 вкинули в тефюэл. Вот, накопление я уже показывал тут огроменное. Вот, стоим мы а, в нем, получается, уже около там почти полтора года. Вот, если брать даже локально, то вот здесь мы стоим уже полгода. Вот, поэтому может ли лететь ниже? Да, может. Вот сюда вполне может на 60 центов еще свозиться. И может еще ниже. То есть по остальным монетам я не буду уже показывать. Заходи, захотите сами, зайдете глянуть. Потому что, ну, ролик тогда затянется ультра Поэтому такие дела. Но ее удерживают на этом медвежьем рынке. И показывают, что проект все-таки силу имеет. Далее. Далее идем. Тафил, я думаю, понятно. Дальше. Проект Венус, тоже мало кто за него говорит, ролик, понимаю, немножко длинноват, но монета действительно уникальна. если хотите больше таких монет и более подробную аналитику, там я же уже сказал, точки входа, там точки выхода, фиксации, это все, естественно, в закрытом клубе. Поэтому Венус, 69% монет еще надо, получается, разлочить, но, как мы видим, монет, многие скажут, типа скам, монета по дну болтается, но, напоминаю, Данная монета обновляется постоянно, соответственно, выходят какие-то там новости и так далее. Но в целом монета, я считаю, сильно недооценена. То есть я ее советовал еще начиная с 2021 года. Многие, может быть, разочаровались, считают, типа, это скамина, нахер надо в нее заходить. Но, ну, опять же таки, может ли пролиться? Да, может еще сходить вот сюда, к самому днище. Но, но самое интересное, сейчас я покажу, в накоплении здесь она стоит после коррекции. То есть она взлетала очень люто. Она стоит, считай, полтора года. Если вы вот здесь взять, это где-то 10 месяцев, если вы вот здесь полгода. А вот, В зависимости от того, как вы смотрите. Если брать даже с текущих, вы брали. Ну, давайте я возьму где-то среднюю Вот здесь вы взяли ее, допустим, если сходит вот сюда, это как минимум пару иксов. Сюда это там 5-6 ик, сюда это около 10 иксов. А если же вы начинаете ее только закупать, в пике это где-то 40 иксов будет. Вот. А если с расчетом на то, что перехай, ну давайте возьмем самый такой херовый сценарий: что вот, допустим, она там особо не сходит, сходит сюда. Ну, 10 иксов, как бы почему нет. Поэтому монета, я считаю, сильно недооцененная. DeFi, да, Yield Farming. Я понимаю, что сфера DeFi отходит, но я считаю, данный проект вполне может показать за счет ограниченной эмиссии и, соответственно, того, что его удерживают очень долго в одном диапазоне, и он не лился вниз, как, допустим, остальные какие-то проекты. Опять же таки, средний иск лично по этому проекту, не, не, идеализирую его. Вот, я помню, да, я его советовал в средний срок, но так как сейчас медвежка, средний срок ориентироваться смысла нет, ориентируйтесь лучше в долгую. Вот, минимум год. Далее, Аиф, Аиф, наш любимый АИФ. То есть платежные карты, все дела. Я думаю, все и так крукся, что это за проект сотрудничает с Visa и с MasterCard, и так далее. Сразу с этим могу сказать: это у нас свайп. Да, переименовались они в Solar, Потом э, изначально был свайп SXP, сейчас они э, потом переименовались в Solar, теперь просто SXP. Да, у этих двух проектов неограниченная миссия, но, но. Я напоминаю, что. Данные проекты сильно недооценены. Тот же АИФ, там, тот же, соответственно, Свайп, они болтаются на лютом днище. То есть я не знаю, что они так недооценены, но, как мы видим, то есть пришли к тем же отметкам, куда и стартанули. Я об этом предупреждал, что торопиться с покупками смысла нет. Вот, если тот же Свайп глянуть, как минимум. Да, какие-то отскоки есть, но это все такое. То есть, да, мы упали ниже отметок, которые у нас были вот здесь. Но в целом, я считаю, наоборот, это хорошая возможность. А риски какие по ним? Я считаю, риски по, ней, по ним средние. Вот. Ну, может быть, выше среднего кто-то считает. Высокие риски я не сказал бы. Вот. Но ну, а риски средние, то есть минус 95% от пика. Вы имеете в виду, если еще упадем, ну упасть можем вплоть до 20%, может ниже. Сейчас ви виден какой-то отскок. Опять же таки, дно не дно непонятно, но, как мы видим, монета, в принципе, хорошо себя показала в 2021 году, и я ее рекомендовал еще вот здесь. Можно было купить ее там по 90 центов, по доллару и забрать хорошие профиты 5-6x. То есть бешеного профита тут, может, и не будет, но в целом Проект интересный, то, то есть, можете зайти сами эти, там, или тот же Аиф, я уже рассказывал про него куча роликов на канале, вот, можете зайти посмотреть, там, карточки, а, ну, то есть, все рассчитано на переводы, собственная карта, виза, мастер то есть, не Google Pay, Google Pay, Up, Apple, да, Apple Pay, а там, с биткоином, с евро сотрудничают и так далее, то есть, можете посмотреть виртуальные платежи, то есть, все на это заточено, я считаю, почему бы нет, они там, тот же, получается, у нас Аиф подписал соглашение с тем же, Соединенным Королевством, United Kingdom, да, я про это уже неоднократно рассказывал. Вот, можете зайти посмотреть. А, то есть, можно строить на их там фреймворке, соответственно, ну, у них собственная экосистема, сами заходите, смотрите, изучайте, какие инвесторы, там, Woodstock популярный, Bitcoin.com, кстати, удивление, да, NGC, Genesis Block, вот, и так далее. Тоже постоянно выходят какие-то обновления, новости также постят за свайпом. Не сказал бы, что прям они ультраактивны, но, как минимум, объемы и капитализация все равно сохраняется, проект не сильно дампит. Да, он обновил минимумы глобально, но в целом, я думаю, себя проявит как один из, почему бы и нет. Далее. Биткоин кэш. А, сейчас идет высокий риск, я считаю, биткоин кэш. Ну, плюс-минус, я бы сказал бы средний риск для меня лично. Кто-то считает щиток, типа высокий риск, просто обычный форк биткоина. Но, опять же таки, 21 миллион, 92% монет в обороте. А, как мы видим, донные отметки, то же самое. Я уже неоднократно говорил, что биткоин кэш очень сильно недооценен. Не знаю почему. Вот, кто-то считает это просто щиткоин, который никогда не вырастет, типа, и никогда он не будет стоить. Ну, хотя, как мы видели, он показывался и в 2021 году. Вот, смотрите, сколько он показал. Он дал там около 8 иксов 7 8 иксов можно было забрать поэтому почему бы нет если будет хайп сильнее чем перед этим там в двадцать году или в 17 18 то запросто плюс мы обновили отметки макта 20 года 20 года свой на минус 50 процентов поэтому сейчас вообще дон дон на дно да вообще обновились минимумы кто-то считает из-за этого скам но уже дело каждого чисто побаловаться, я считаю, спекулятивно, почему нет, также на proof of work работает, и т.д. Далее ИОС. Ну, вот ИОС уже да. Я считаю, высокорисковый такой щиток, вот точно так же, как и Anthology. не то, что прям щиток, но высокий риск. Щиток это по типу там доги и так далее. Чистая спекуляция. Вот по поводу соответственно данного проекта. То есть, мы видим, тоже обновили минимум минус 60 процентов. Падать еще есть куда. Да, то есть, от текущих мы можем еще сходить. Давайте глянем на сколько мы можем сходить где-то приблизительно еще на минус 50. Поэтому донные отметки донные, перезапустились они что-то там по второму разу. Не знаю, выживут, не выживут, медвежка покажет и следующий бычий рынок. Но риски, естественно, высокие, поэтому имейте в виду, что в такие проекты больше чем 1% от депозита инвестировать не стоит. Чистая спекуляция, если вернется к хаям, где он был до этого, либо сюда хотя бы сходит, ну уже около 10, а то и 20x можно будет забрать. Понятно дело, где больше иксы, тем выше риски. Но в первую очередь, естественно, тайтесь битком и низким риском, по типу там эфира того же, и так далее. Вот, Anthology тоже ограниченная миссия 1 миллиард монет. Я про нее неоднократно говорил. Тоже снимал отдельный ролик на 5 минут. Можете глянуть, что его стоит закупать, я уже рассказывал. И они продолжают, кстати, вести там отчетность то есть работу над проектом ведут, в отличие от а, остальных проектов. Почему же высокий риск? Потому что на самом деле монета, ну, как бы. Надо понимать, что по большому счету какой-то особой ценности она сейчас не несет. Да и вообще криптовалюта в целом ценности не несет. Ну, давала она около 10 иксов, то есть упала плюс ниже отметок марта 2020 года, как и US, и Bitcoin Cash. Поэтому, так как ее укатывает сильнее, есть, конечно, повышен, повышенный риск того, что может она и не вырасти, и скомануть. Но опять же, таки я думаю, выживет, так как стоячок рынка, ну и плюс ограниченная миссия ей не даст упасть очень, очень сильно и бешеных разлоков тут не будет. Вот, uh, Verge, 100% монет в обороте, высокорисковый, опять же таки, проект, тоже я за это говорил, тоже недооцененный, анонимная монета, напоминаю, поэтому тоже риски, я бы сказал, оба, по ней средние вот, поэтому, ну, кто-то считает высокий, кто-то считает средний, поэтому, вот, может ли упасть ниже, ну, тут вот такая вот у нас дырка до сюда, а то и до сюда, поэтому надо брать в расчет, что можем упасть хоть на 99%, монета старая, как мы видим, с 15 -го года, то есть живая до сих пор, 7 лет ей отроду, поэтому на донных отметках сейчас находится, упала плюс минус до отметок марта 2020 года, то есть сейчас я сказал бы, что офигенная зона, чтобы ее в том числе начинать подбирать, если кто-то смотрел. Опять же-таки, это точная рекомендация, я уже говорил, где. Почему считаю, нужно ее закупить? Риск высокий, опять же-таки, если сходим сюда, 15 иксов, даже сюда, понимаете, полдвижения уже 10 x, сюда это 40 x, вот, если сюда это вообще, там, смотрите, у нас 100 иксов, 150 даже, там, а то и больше. Поэтому... То есть, э, риски есть, понятное дело. Да, видно, ее как-то сейчас сливают активно, но опять же таки, я считаю, риск по ней, э, ну, я сказал бы сказал, может быть, выше среднего. Не сказал бы, что прям выше, высокий, но что-то между высоким и средним. Поэтому такие дела. Вот. Но за счет ограниченной эмиссии, да, объемы 1 миллиард не так уж и много, но учитывайте, что монета а, как бы такая, ну, спекулятивная, чисто заработать иксы и выйти с нее. Ну, это мое мнение. Сертик, это у нас, получается, сейчас она в Шенту переименовалась. Перед этим это Cyber Security проекты, которые проверяет. Вот. И как мы видим, постоянно ее удерживают на одном ценовом диапазоне. Многие почему-то, а, ну, не знаю, не знают про данный проект, не оглашают. Почему так? То есть, мне лично непонятно, но как бы. Монетка на самом деле сильная, почему я так считаю. То есть риск по ней, понятное дело, высокий. Объясню почему. Потому что проект, ну, чистая спекуляция, то есть неограниченная миссия. Надо понимать, что проект, соответственно, не обладает там какой-то большой капой, большими объемами. И вообще он существует там с 2020 года. Кто-то скажет относительный стоячок. Но надо понимать, что чисто Cyber Security и токен получается проекта. Вот. Ну, лично мое мнение, риск все-таки высокий. То есть кто считает низкий риск, окей, без проблем. Вот. Можно сказать чуть выше среднего. Поэтому удерживает данные отметки, где было дно. Вот. Я уже показывал, да, пытается переписать но в целом, как мы видим, проявляет монета себя очень хорошо, остается возле одного и того же уровня. И в целом динамику показывала позитивную, не дампилась сильнее, чем остальные монеты. Бешеных иксов тут, может, и не будет, да, то есть, ну, сколько она показала? 4 икса на бычьем рынке, ну, такое себе, то есть, но в целом взять поиграться, почему бы и нет, поэтому, ребят, имейте в виду, что а, проект в целом неплохой, и мало кто про него говорит. Дальше это проект Село, экосистемный проект, высокоисковый, потому что экосистема особо не проверенная, вот, а также он плюс еще сотрудничает там с Нером, тоже риски имеется работает на Proof of Stake, что означает, что он централизирован, в том числе вот, ну, понятное дело, что вся крипта относительно централизирована, но тут уже прям официально 53% монет в разлоках, то есть объемы особо небольшие, капитализация тоже, то есть об, обновляет минимумы, тоже ее удерживали, график чем-то похожий на сектик да, ЦТК монету, но, как мы видим, вот здесь, если посмотреть, мы упали ниже и продолжают ее сливать, и надо понимать, что минимум она продолжает, продолжает обновлять и за счет разлока может еще дальше пидоить еще ниже, и, то есть тут пустота впереди, поэтому надо это все тоже осознавать, минус 95% от пиков. Если от э, листинга отметок, то упали мы минус 80% почти. Но в целом, как высокий риск, как один из экосистемных проектов, да, как блогеры говорят, но я говорю, что это высокий риск, если что. Вот, э, то, соответственно, можно взять и, я считаю, то есть он иксов особо не давал. Я бы не сказал бы, что э, стоит там делать выводы, что он даст какой-то бешеный профит. Ну, потолок может быть 5 иксов, ну, 10 в лучшем случае, если перехай сделать. И то, ну, как бы не факт. Поэтому поэтому имейте это в виду. Далее, последние проекты, игровые проекты, NFT, там, метавселенная, все дела вот, это тоже метавселенная, но я считаю более надежная, так как там все монеты уже в обороте, и команда там посильнее, и плюс работают они постоянно, обновления там туда-сюда, вот видите, 1 декабря там обновляют, понятное дело, это фундаментал, и надо смотреть и по технике в том числе, но исходя из того, что я вижу, то есть я интересуюсь как на технику, так и на фундаментал, вот, Элис, кстати, тоже на постоянной основе, хотя бы как минимум раз или несколько раз в неделю выпускают какие-то новости, ограниченная миссия в 100 миллионов, проект на самом деле особо себя вообще никак не проявлял, вот, на бычьем рынке то есть да, какие-то иксы были, но в целом я думаю, ну это хорошо или плохо, конечно хорошо, потому что он себя еще проявит. То есть да, его укатывают сейчас, но в целом надо понимать, что разлоки это первое. Второе, то что падает сейчас весь рынок и такие высокорисковые проекты э, надо брать в последнюю очередь. Вот, а сверхвысокий риск не даю, потому что по большому счету такие проекты они, скорее всего, уже все скомнули. Это были по типу гала, то есть гала, там ее взламывали, поэтому а, либо мана-сенда, ну, хотите, можете взять. Опять же таки, я считаю, они свое отыграли. Там уже дело каждым, Ну, я вам наводку дал бонусом, а там смотрите. Вот, поэтому высокий риск у нас есть Элис, я считаю, за счет эмиссии, за счет того, что они постоянно выпускают обновления в Телеграме, можете на них подписаться и посмотреть, то есть они продолжают работать, хотя некоторые говорят, что типа щиток, нет смысла лезть, ну окей, хорошо, их мнение. TLM, кстати, была неограниченная миссия, напомню, насколько я помню. Вот, и сейчас ввели эмиссию ограниченную в 10 миллиардов. Напишите в комментах, может, я забыл уже. Ну, и, соответственно, как минимум, стоило 7 баксов. Сейчас она стоит около в районе э, 1,6 цента. Ну, 2 цента. Давайте округлим. Вот, тоже недооцененный проект вообще особо себя не проявлял. Поэтому кто-то считает, типа ровная линия, как-то вот, узнаете, э, сердце перестало биться. Но на самом деле, я считаю, он себя еще проявит. Поэтому вопрос терпения и вопрос бычьего рынка. То есть умрет, не умеет. Выпускает, кстати, тоже. Кстати, тоже, да, в Телеграме можете подписаться. Они каждый день хотя бы минимум один, а то и два поста выпускают. То есть какие-то NFT, они там сотрудничество, то есть постоянно что-то делают. Ну или, по крайней мере, создают видимость деятельности. Остальные же проекты, то есть, забили. Самое интересное, меня что удивило, что Anthology, э, там Alien Worlds, вот это TLM. Элис, да, My Neighborhood, они выпускают новости чаще, чем какие-то более фундаментальные проекты, да, как называют их блогеры, низкие риски или средние риски, то есть какие-то высокорисковые проекты игровые выпускают новости чаще и что-то делают, продолжают вместо, ну, то есть, несмотря на то, что какие-то, по идее, фундаментальные проекты более сильные должны делать то же самое, либо еще больше, они либо вообще забили, либо делают куда меньше, вот, вот это меня поразило, поэтому я не говорю, что это означает, что они, типа, низкие риск вдруг стали из-за этого, нет, но сам факт, Поэтому имейте в виду, что вот эти проекты, я считаю, вполне выживут и могут показать иксы. Это одни из немногих проектов. То есть я в закрытом клубе советую, куда их больше. И в портфеле у меня их куда больше. Потому что основной принцип это диверсификация. По поводу остальных проектов, какие там скам, не скам, я еще запишу отдельные ролики. Ставьте лайки, комменты, подписывайтесь на канал. Получается, соответственно, такие вот мои мнения. Естественно, в первую очередь надо таять биток, а потом все остальное. Но не надо идеализировать. Имейте в виду, ребят, основной принцип диверсификации. Оставляйте свободные средства. Помните, что любой проект может соскамиться, какой бы он там низкий, низкоисковый, фундаментальный, да, в кавычках, экосистемный не был. Это может быть как биток, так и эффект, так и многие другие. Поэтому, но в целом, исходя из того, что я вижу, я вот вижу это так. То есть, где низкий риск, где средний, где высокий. Поэтому Напишите свое мнение, какие монеты подбираете, какие из этих уже есть в портфеле, что про них думаете и, может быть, что-то еще посоветуете, либо есть какая-то своя точка зрения на этот счет. Всем удачи, всем пока, такой вот ролик затянул на 30 минут, но старался максимально подробно объяснить, что каждый проект из себя представляет, надеюсь, было полезно. Всем удачи, всем пока.